дальних ресторанах, в парижских балаганах, в дешевом электричеством. Начало 20 века – насыщенная контрастами эпоха. Это время для страны было сложным. Революция, гражданская война, великие стройки. Несмотря на трудности, люди жили верой в светлое будущее. Артисты рассказывают историю, которая была бы интересна зрителю. Знакомят горожан с забытыми романсами ушедшей эпохи. Александр Картушин – один из тех, кто давно вынашивал идею такой программы. Песни отражали, впитывали в себя события той эпохи, и авторы, и создатели вкладывали, отражали, да, пытались отразить те события, которые происходят в данный момент вокруг них. Видеоряд «За спинами артистов» – кинохроника тех времен. А песни из репертуара Петра Лещенко, Александра Вертинского, Клавдии Шульженко превращены в настоящее представление. Это маленькие картинки вот из жизни. И каждая картинка, она отличается друг от друга, и каждая наполнена по-своему, как и каждая песня. При работе над концертом было перебрано много вариантов названий, и только НЭП в полной мере отражает его настроение. Создатели иначе расшифровывают общепринятое историками короткое название «Не скучно, этюдно поем». Этюды – маленькие зарисовки на тему жизни в ту эпоху. Каждая песня сопровождается танцем, несет особое настроение. У тех, кто не успел оценить новинку сегодня, есть возможность сделать это 29 февраля. Виктория Швецова, Алексей Миронов, служба новостей.